Ребятушки, всем привет-привет! Всех вас целую, люблю, до Луны и обратно. В общем, ребятки, сегодня будет видеообзор. Видеообзор всякого нового, всевозможного товара. И, в общем, для своих подписчиков новых, для гостей моего канала, также тех, кто меня случайно увидел в ленте, также кому я попала в рекомендуемое видео, объясняю, как происходит заказ. В общем, вы смотрите мое видео. Если вас что-то заинтересовало, либо что-то вам понравилось, вы мне делаете скриншот, либо я вот все изделия нумерую, либо говорите номер изделия, да, ну, в общем, я думаю, мы с вами изъяснимся, мы же люди. Вы мне пишите в WhatsApp все, что вы хотите, пишите свой адрес, индекс, кто будет получать посылочку. Я ее оформляю, присылаю вам трек-номер для отслеживания посылки и считаю товар с почтовыми расходами. Высылаю карточку, вы оплачиваете, я посылочку отправляю. Почтовые расходы плачу здесь я при отправлении. Вы при получении ничего не платите, просто забираете с почты посылочку и все. В общем, вот так вот просто происходит заказ. Вы мне в WhatsApp написали, тогда, когда я вам ответила, что ваша посылочка будет собрана, в течение 1-2 дня я вашу посылочку собираю, вы оплачиваете, и я тут же, девчата, после оплаты на следующий день ее отправляю, либо в этот же день. Единственный момент, воскресенье-понедельник у нас почта выходной. Воскресенье-понедельник у меня посылки собираются, во вторник я их сдаю. В общем, задержки по посылкам нет никакой, за исключением выходных. И, в общем, первое, с чего мы поехали, это, девчата, новые модели. Это у нас размеры баталы. Что такое баталы? Кто-то даже писал в комментариях, зачем вы так обзываете большие размеры. Это не я придумала, девчата, это выражение. Большие размеры называют размеры супера, размеры гиганты, размеры баталы. Ничего в этом такого нету. Сама недавно носила размеры супера. Вот. Ходила и покупала именно размеры супера, даже не просто большие размеры, а именно супергиганты их называют, супера размеры. Ну, в общем, первое, с чего мы поехали, девчата, это у нас такие новинки. Это у нас халаты, баталы. В общем, длина изделия этого халата 1,30 м. Объем, девчата, в груди 140. Объем груди 140, объем бедер, девчата, 2 метра. Да, вам не послышалось, 2 метра. То есть полуобхват 1 метр у нас, а полностью обхват получается 2 метра. Вот, это может у нас носить, в общем, с 62-го, девчата, размера по 70-й размер можно одевать смело. Если вы в объеме груди больше, чем 140, конечно, вы не войдете. Значит, у вас уже размер больше 70-го. Обычно, как проверяется свой размер, вы замеряете объем груди, делите напополам и вычисляете, девчата, свой размер. Так что вот 140 делим напополам, получается 70-й, это уже предел. А также можно вот 64-го, 62-го размера, не обязательно же должно прям на груди сесть в обтяжку, да? Все-таки это штапель, хорошо, когда это все дело посвободнее. В общем, до 140 вы входите, после 140, девчата, в объеме груди уже нет. Цена такого изделия 1200. Назовем это первый вариант изделия. И я вам сейчас покажу расцветки. На мне, девчата, цвет бирюза, вот в такой вот цветочек, V-образный вырез. Здесь у нас идут пуговички такие, имитация как бы дерева. Это у нас на самом деле идет пластмасс, но как бы вот как будто бы сделано под дерево. Так, на мне расцветка номер 1 по халату батал. Это у нас, девчата, расцветка номер 2. Вот такие вот пуговички. Видите? Это у нас расцветка номер 2. И это у нас расцветка номер 3. Сейчас, девчата, за занавеску зацепила. Расцветка номер 3. На черном фоне вот такие вот цветы. И на мне цвет бирюза. В общем, 3 расцветки по изделию номер 1. 1,30 м длина, 140 обхват груди, 2 метра, девчата, бедра. Обхват бедер 2 метра. Дальше у нас, девчата, идут сарафаны-баталы. Также в объеме груди у нас идет 140, объем груди 140,
Бедра у нас, девчата, идут 180. На сарафанах нет карманов. Цена их 1000 рублей, этих сарафанов. Длина также 1,30 м, девчата. И сейчас я вам покажу все расцветки. Это у нас сарафаны изделия номер 2. Первая расцветка, девчата, по этим сарафанам. Так. Вторая расцветка по этим сарафанам. Вот такая вот, видите, на зеленом фоне вот такие вот цветочки. Так. Третья расцветка по этим сарафанам. В том обзоре показывала, девчата брали по 2 одинаковых расцветки, по несколько штук одинаковых расцветок. Кто-то вот, женщина у меня вообще очень много брала, она говорит, у меня когда-то такие были, и я, говорит, что-то не могла их найти, сносу просто нету. И она говорит, я взяла себе на сколько лет вперед. Так, это у нас третья расцветка. А, нет, девчата, да, девочки, третья расцветка. Так, четвертая расцветка на сером таком вот фоне. Четвертая расцветка по этим сарафанам. 1000 рублей. Большой такой размер. Дома носи, на выход выходи, на море едь. Штапель, с ним же, девчата, ничего. Он же легкий-легкий, он же приятный-приятный, он же неощутимый на теле. Так, четвертая. Пятая, девчата, расцветка. На синем фоне вот такие вот ромашки. И сейчас я вам покажу сарафаны, которые у меня остались с того обзора по 1 единице. То есть они у меня по 1 единственному остались. Так. Вот такая вот расцветка в 1 экземпляре. На синем фоне вот такие вот яркие цветы. И вот такая вот расцветка, девчата, тоже 1 единица. Длина такая же, как у этого платья. 140 в груди, 180, девчата, в бедрах. Тоже размеры большие. Получается у нас V-образная вырез. По спинке у нас тоже идет он V-образный. Третий вариант платья, девчата. Это у нас будет родной размер 56-58. Хоть оно идет и в груди 120, но это на 56-58, потому что оно здесь не должно сидеть в обтяжку. То есть оно должно быть вот таким вот игручем. Вот. И у нас 2 расцветки по третьему варианту. Это цвет горчица, как на мне. И вот такой вот зелененький цвет. Это для девочек, у кого невысокий рост. Длина изделия, девчата, 1,20 м. Цена 1200. Третий вариант платья. Это все, девчата, я показываю штапель. Это все у нас штапель. Это все у нас российское производство. Так, девчата, теперь вот это платье трансформер, которая прям, ну, супер-пупер ходовая модель, которая в том году на ура уходила, в этом году тоже на ура. Расцветки, у расцветок очень много, девчата, все не буду на себя мерить. Меряю 1 платье и объясняю вам. Платье это идет в объеме груди 130. Бедра, девчата, любые, до бесконечности. Здесь у нас идут карманы. Если вы до объема груди 130, вы в него входите. Если вы больше 130, вы не входите. Почему называется трансформер? Потому что, вот вы скажете, объем груди 130, да, куда ты его одела? То есть я могу его носить с 54 размера за счет того, что оно вот здесь вот затягивается у нас на пояске. И также может его носить человек тот, у кого в груди 130. Все, я затянула его под поясок.
И получается, что мне оно как раз. И также оно будет как раз человеку, который в объеме груди 130. Длина изделия, девчата, 1,38 м. То есть оно идет у нас в пол, это платье. Так что имейте в виду, вот у меня рост 1,62 м. На рост меньше, девчата, будет мотыляться по полу. На рост от 1,62 м и выше, уже смотрите сами. Либо обрезать. Некоторые девчата берут осознанно, понимают, что оно будет им длинное. Они уже там сами отрезают, либо несут в ателье, либо кто умеет сам шить. Для этого, для этих людей вообще не проблема. Рукав у нас идет в 3/4. Дальше у нас идет воротничок, крестьяночка на резинке. То есть вы можете спустить на одно плечо, оголить одно плечо, оголить другое плечо, оголить оба плеча, либо носить вот просто вот так вот, как ношу я. Так, и сейчас покажу вам, девочки, все расцветки по этому платью. Но все мерить не буду, потому что обзор будет большой, обзор будет длинный. Так, вот такая вот расцветка у нас по этому платью. На черном фоне, девочки, вот такие вот цветы. Это все у нас штапель. Так, будем называть на мне первая расцветка. Это у нас вторая расцветка по этому платью. Дальше. Это у нас третья расцветка по этому платью. На черном фоне, девчата, это не белые круги, а такие кремовые. Слоновая кость, крем. Третья расцветка по этому платью. Потому что я в каждом обзоре, девчата, мерю, показываю. Кто меня смотрит, тот уже все эти платья выучил наизусть. Особенно вот эта вот модель. Единственное, у меня только обновляются по ним расцветки. Так, это у нас модель, четвертая модель, девчата, платья. И вот это у нас получается четвертая расцветка по четвертой модели. На темно-синем фоне, видите, вот такие вот цветы. Так, четвертая модель, четвертая расцветка. Дальше. Четвертая модель, пятая, девчата, расцветка. Это у нас на темно-синем фоне вот такие вот бежевые цветочки. Четвертая модель, пятая расцветка. Так, четвертая модель, девочки, шестая расцветка. Видите? Четвертая модель, шестая расцветка. Четвертая модель, седьмая расцветка. Четвертая модель, седьмая расцветка. Четвертая модель, восьмая расцветка. Тоже также на синем фоне вот такие вот цветы. Четвертая модель, восьмая расцветка. Так, четвертая модель, девятая расцветка. В пудровом таком, девчата, цвете. Восьмая расцветка. Восьмая же, правильно? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правильно, девочки, восьмая расцветка. Так, четвертая модель, девятая расцветка на голубом таком фоне. Девятая расцветка. Четвертая модель, десятая расцветка. На зеленом фоне вот такие вот круги. Так,
В общем, девочки, все вот эти расцветки пока есть в наличии. Каких-то есть прям в полном объеме достаточно, каких-то есть по две, по три штучки остались. Но все равно выбор большой. Я думаю, что с такого выбора можно что-то себе подобрать. В общем, 10 расцветок по этой модели. Начиная с 54 размера, вы можете носить это платье, и 56 может одевать, и 58, и 60, девчата, ну и до объема 130. Два карманчика, хорошая длина. Я сама, девчата, хожу в этих платьях, вы меня часто видите в видео. Вот это в горох я себе оставляла в том году, в этом году тоже оставила себе. Потому что бывает, иногда заказ делаешь, и тебе положат туда одно платье. А одно платье показывать нельзя. Потому что вот именно это одно нужно будет всем. И поэтому, когда что-то одно, я стараюсь не показывать. Или приходится оставлять себе. Но я ношу, мне очень даже нравится. В них не жарко, ты не чувствуешь, что ты на тебе какая-то тяжелая, громоздкая одежда. То есть платье такое летящее, порхающее. Для жары, для лета само то. Вот видите, под поясок затянула. Оно приняло фигуру, село по твоей фигуре. И все, и красота. Вот такие вот платья. Это у нас 5-й вариант, девчата. Вот с такими вот тюльпанами. Длина изделия 1,15 м. То есть тоже на девочек, на невысокий рост. Здесь у нас карманчики вот такие вот. На мне, девчата, цвет бирюза. Цена такого платья 1000 рублей. В общем, смотрите, здесь у нас идет в груди 120, в бедрах у нас идет 150, но вы должны быть меньше этих объемов, потому что это платье должно быть свободное. Это вот, ну вот смотрите, я ношу 54 размер. Ну вот 56, девчата, 58 размер. Это будет вот как бы по размеру. Родной размер будет 56-58. И у меня это платье в трех расцветках. Тюльпаны. На мне цвет бирюза. В красной, девчата, расцветке. И на темно-синем фоне вот такие вот яркие тюльпанчики. Цена 1000 рублей. Вот такое вот платье в единственной расцветке, девчата, в горох, на темно-синем фоне. Такие же платья я привозила баталы, но это не батал размер. Это у нас, девчата, карманы здесь у нас идут. Два карманчика. Это у нас платье идет на объем груди 114. Здесь у нас 114. У меня, девчата, объем груди 108-110, смотря какое белье, как одеть, да? И, в общем, смотрите, то есть это платье можно и на 54 размер носить. Видите, у него такой покрой. И также это платье можно носить 56 размер максимум. В общем, 54-56, цена 1200. Вот такая вот длина у нас этого изделия. Ну, это где-то 1,25 м длина. Так, по спинке смотрится вот так вот. Мелкий горох на темно-синем фоне. Размер 54-56. Девчата, 54-56 это будет родной размер. А так имейте в виду. Объем груди 114. На объем груди 110 оно смотрится. И на объем груди до 114 тоже будет смотреться. Если у вас больше, то уже не подойдет. Это у нас 6-й вариант. Дальше тунички вот такие. Это у нас 7-й вариант. Тунички тоже большие размеры. 140, девчата, 150 в бедрах. В общем, на мне синий цвет. Цена этих туничек 1000 рублей. Можно одевать самостоятельно, без всяких бридж, лосин и всего прочего. Здесь очень хорошая такая длина. И у нас эта туничка стоит 1000 рублей. В общем, вот в таком вот цвете голубом, как на мне. И вот в таком вот зеленом цвете. В общем, два цвета по этим туничкам.
Они также, я их показываю уже вот все лето, начало лета из обзора в обзор, но они актуальны по сегодняшний день. И я поэтому их довожу, довожу и довожу, девочки. 140 в груди, 150 в бедрах. Цена 1000 рублей. Два цвета. Вот такие вот красивые реалистичные цветы. Видите? Как бы 3D-шные такие цветочки. Седьмой вариант. Также тунички очень актуальны. Это у нас тунички с жар-птицей. Носить их можно, девчата, с 50 по 54 размер. Просто смело. Даже девчата брали на 56. Здесь у нас идет поясок. Поясок у нас здесь протягивается. Есть специальные петельки. В общем, вы можете эту туничку одевать под поясок. Можете носить просто так. Цена такой тунички 600 рублей. В общем, на мне цвет бирюза. Так, также у нас эта туничка в красном, девчата, цвете. Цвет василек. И желтый цвет. В общем, 4 цвета по этой туничке. Цена 600 рублей. Хоть дома, хоть на море, девчата, хоть в магазин, хоть на речку, хоть куда угодно. Ну, прелесть. За 600 рублей у меня девчата берут их, ну, в основном берут каждая по одной, по одному цвету. Мне говорят, всех по одному цвету. Буду носить все лето дома, буду менять. А потом, когда получают, какая прелесть, я и не жалею, что я их взяла. Теперь я дома и нарядная, и каждый раз меняю цвета, и я реально их не чувствую. Девчата, эта ничка даже 200 грамм не весит. Вот. Как можно вот такое изделие, не весящее 200 грамм, на себе чувствовать. Также у нас жар-птица идет со спинки. Видите? Вот такая вот длина. Уже сами ориентируйтесь. У меня рост 1,62 м. Длина ниже колена. В общем, 4 цвета по ним. Так, тунички, девчата, 9 вариант. Тунички Микки Маусы. Это у нас размер с 50-го, девчата, по 54-й размер. Цена их также 600 рублей. В общем, Микки Маусы. Вот такие вот Микки Маусы у нас. Микки Маусы есть на темном фоне и есть Микки Маусы на светлом фоне. Точно так же идет поясок на каждую туничку. Здесь есть тоже специальные петельки, чтобы поясок продеть, чтобы он у вас не потерять его. Можно носить без пояска. Можно с пояском. Цена 600 рублей. Здесь у нас карманчиков уже нету. Вот видите, как это смотрится. Так вот смотрится со спинки. В общем, на светлом фоне и на темном фоне Микки Маусы. 10-й вариант у нас, девчата, идут платья баталы. Обхват груди 140, бедра, девчата, 180. С карманами. Длина изделия 1,38 м. Так, и на мне вот такой вот васильковый цвет. По ним тоже, девчата, расцветки обновляются каждый раз разные. Ну вот показываю, которые сейчас есть в наличии. Допустим, цвет василек у нас назовем номер 1, да? Вот такая вот расцветка номер 2. Это на черном фоне вот такие цветы. Вот это у нас расцветка номер 3. Это у нас тоже на черном фоне вот такие вот цветочки. Расцветка номер 4. Это у нас вот такие цветочки на темно-зеленом фоне. Так, номер 5, девчата. Это у нас на черном фоне вот такие вот мелкие цветочки. И номер 6. Это у нас горох. На темно-синем фоне белый горох.
Длина изделия 1,38 м, бедра 180, грудь 140. Тоже размер батал. Платье баталы у нас цена, девочки, также 1200. И осталось в платье 1 единица. Это вот под стиль боха. Это у нас тоже размер 56, будет 58. В груди оно, девчата, 120 идет. Здесь у нас в бедрах идет 140. Показывала в тех обзорах, но вот осталось одно единственное платье. Это у нас, хотите, носите капюшоном. Вот так вот. Хотите, распределяйте вот так вот, как воротник хомут. Хотите, брошкой тут закрепите. Как хотите, это уже прям буря фантазии. Вот такая вот длина, девчата, на низкий рост не подойдет. Вот от 1,62 м и выше. Видите, оно прям щиколотку мне прикрывает. Карманчики вот такие вот. Это у нас идет горох, мелкий-мелкий горох на темно-синем фоне. Это тоже штапель. Цена 1400, последняя единица. Это у нас 11 вариант, да? Да, 11 вариант. Платье 12 вариант, тоже, девчата, осталось по 1 единице. Это у нас идет размер 50, 52, девчата, 54. В общем, смотрите, оно тоже как трансформер. Завязывается, принимает форму вашей фигуры. Это у нас горох белый на черном фоне. Так, по фигуре затянули. За счет этого оно идет на 50, 52, 54. Так, а это платье у нас идет без карманов. Цена его 900 рублей. Вот такая вот длина. На рост 1,62 м ниже колена. 900 рублей, девчата. Шикарное платьишко. И черный горох на белом фоне. В общем, 2 единицы их осталось. Так, девчата, по штапельным платьям мы закончили. Я, чтобы эфир не затягивать, одела юбку сверху. В общем, эти юбки просили, девчата просят их по сегодняшний день. Это турецкие юбки, девчата, привезла последние, вот всего 6 штук. Эти юбки идут большие меры. То есть, вот смотрите, на мне 52 размер. Так как я ношу 54, то есть эта юбка, она большие меры как бы на 2 размера. То есть ее можно носить, вот смотрите, я одела 52 размер, ее может одеть 54, 56 размер. Вот видите, то есть 52 можно, он идет и на 54, и на 56. И получается, что у меня есть 3 юбки 52 размера, который идет на 54, 56, и есть, девчата, 56 размера, который идет на размер 56, 58. Ну, 60 нет, но 58 точно. В общем, смотрите, цена такой юбки 2500. Сейчас я вам все ближе покажу. И я даже тоже осталась без юбки. Себе же тоже такую оставляла. Вот это у нас все идет вышивка. Видите? Вот такая вот красота. И оставляла себе, женщина пишет, мне срочно нужна такая юбка, очень срочно. Вы же себе оставляли, продайте мне, я такого же размера. Я говорю, ну я уже одевала ее. Нет, все равно продайте и все. И в общем, я тоже, девчата, осталась без юбки. И вот эти привезла последние. Цена такой юбки 2500. Вот так вот она очень красиво, очень-очень нарядно выглядит. Вот такой вот низ у нее. Видите? Футболочка любой цвет сюда подойдет. И красный, и белый, девчата. И красный, и белый, и черный. Это вы уже можете экспериментировать, как хотите. Я одела поверх платья, потому что очень тороплюсь выпустить этот обзор. Юбки просто прелесть. И вот сколько их не привози, всегда они уходят на ура. Но это, девчата, уже все, последние. Больше у меня их не будет. Это вот и сейчас.
и на сентябрь месяц. И очень нарядно будет пойти на 1 сентября. И на свадьбы у меня их брали. И на какие-то юбилеи, на дни рождения. Очень-очень нарядно. И повседневно одевать, и куда-то в ней пойти. Дальше, девочки, платье стретчевый трикотаж. Рукав 3/4 идет. Сейчас я вам покажу ближе, как оно выглядит. Хороший, качественный, стретчевый трикотаж. Здесь у нас впереди идут вот такие вот стразики. На рукавах, девчата, вот такая вот отделка, видите? И низ платья тоже вот такая вот отделка. Платье, знаете, вот все такие моменты скрывает, прикрывает. У меня их тоже, девчата, 2 единицы. 2 платья в черном цвете осталось 54 размера. Они большие мерят, поэтому вот на мне 50 размер, хотя я ношу 54. И одно такое платье, девчата, осталось в 56 размере. В общем, 2 размера по этим платьям. Цена 2500. Куда только тоже эти платья не уехали. Ну вот, девчата, 2 размера осталось и все. Размерного ряда не было, нету. А так они у меня были аж до 62 размера. Девчата пополучали. Довольные по этим платьям. Ну, качество супер. Оно такое очень выглядит нарядно. Очень так презентабельно. Цена 2500. И такое же платье, только в зеленом цвете. Точно такие же остались размеры, по 1 единице. Одно платье в 54 размере, вот на мне оно сейчас. И одно платье, девочки, в 56 размере. В общем, 2 единицы, 2 цвета. Черный и вот такой вот зеленый или бирюзовый, можно его назвать. Цена 2500. Вот такие вот платья, девчата. Это у нас размер больше будет 56-58. В груди оно тоже идет 120. Видите? Полукругом вот такой вот разрез у нас. 56-58. Тоже 2 единицы по 1. Остались. Вот такая вот расцветка, как на мне. И вот в такой вот желтой расцветке. Цена 1200. Все, это вот последнее, что я вам из платьев показываю. Сейчас пойдут, девчата, футболки. Футболка, девчата. Эта футболка у нас идет на объем груди 130. Вот с такими вот стразиками. Это у нас стретчевый трикотаж. 130, девчата, это не в растянутом виде. Длина изделия 75 сантиметров получается эта футболка. Здесь у нас идут вот такие вот цветы. Цена их 1200. И эта футболка у меня вот в таком вот синем цвете осталась. Дальше. Цвет фуксия. Такой один цвет остался. Цвет кофе с молоком. И цвет, девчата, капучино. В общем, 5 цветов. И по 1 единице они у меня остались. Цена 1200. Трикотаж хороший, качественный. То есть это такой трикотаж, который не на один сезон. Низ футболки, девочки. Вот такой вот, видите. В общем, 5 единиц и все по 1 цвету. Футболка на объем груди 140. Точно так же идет стретчевый трикотаж.
Вот этот цветок, девчата, весь из страз. Стразы здесь качественные, хорошие, то есть ни клея, ничего не видно. Я говорю всегда, футболка умрет, эти стразы останутся. Вот такой вот рисунок. Модненький такой рисунок, видите? Это у нас цвет капучино на объем 140. В одном цвете, девочки, две футболки. Вот такой вот цвет капучино. Футболки на объем 140. Длину, девчата, сейчас замерю, скажу вам точно. Так, это у нас точно так же идет стретчевый трикотаж. Длина этой футболки 80 сантиметров с очками. Точно так же стретчевый трикотаж на объем 140, длина 80. Вот такие вот у нас идут очки. Видите, тоже со стразами. И тоже, девчата, по одной единице. Цвет фисташка есть в этой футболке. Дальше. Вот такой вот синий цвет есть в этой футболке. И вот такой вот нежно-голубой. В общем, три цвета по одной единице. Цена 1200. Футболка на объем 140. Длина, девчата, 80 сантиметров. Футболка у нас стрекоза. Объем 140, это не в растянутом виде. Это, девчата, стретчевый трикотаж. Тянется очень хорошо. Так, вот такие вот у нас стрекозки из страз. Кружочки из страз. Футболки эти нарядные. Еще и такие большие, девчата, размеры. И стрекоза у нас тоже в двух расцветках. Вот в таком вот синем. Их две единицы, девчата, осталось. И вот одна вот в таком вот белом цвете. Тот же самый размер, объемы все те же самые. В общем, два цвета по футболке стрекоза. Объем 140. Дальше у нас, девчата, пойдут челмушки. Те челмушки, которые есть в наличии. Может быть, вы подберете какому-нибудь платью, которое будете заказывать. Так, это у нас шифон. Так. Тонкий-тонкий шифон. Такая вот в голубом цвете. На любую форму головы сзади идет резиночка. Эффект платка создается. Вот такая вот челмушка в синем цвете. Хотите вот так вот на бок одевайте. Хотите вот так вот, девчата. Хотите вообще назад уберите. Мне нравится вот так вот на бок. Цена таких челмушек 700 рублей. Вот в таком вот фисташковом цвете. Тонкий-тонкий, девчата, невесомый такой шифон. Вот в таком вот черном цвете с цветочками. Вот это вот черное с цветочками вот подойдет очень хорошо вот к тем платьям, которые я показывала, платья-трансформеры. Очень много платьев подойдут именно под эту челмушку. Или челмушка под те платья. Опять же, девчата, еще раз повторяю, сюда под эти челмушки подойдут хорошие крупные серьги, либо бижутерия, либо какие-то кольца. Вот в таком вот бежевом цвете. Так, дальше, девочки, челмушки идут батистовые, без хвостиков.
Вот такая вот в чисто-белом цвете, цена 700 рублей. Они такие дышащие. Это в чисто-белом цвете. Белый с бирюзой. Белый с пудрой. Белый голубой. Белый с бежевым. Береты, девочки, вот такие вот береты. Цена 400 рублей. Это чистый хлопок. И такой берет у нас в белом цвете есть. И такой же берет в пудровом цвете. Это у нас берет идет с козырьком. Цена тоже 400 рублей. Это чистый хлопок. Так, это цвет чисто белый. А это берет, девочки, в цвете лен. Цена 400 рублей. Шляпка вот такая вот, чистый хлопок. Цена 500 рублей. В двух цветах. На мне чисто белый цвет. И есть точно такая же шляпка в цвете лен. На любую форму головы, девчата, они тянутся. Принимают любую форму головы. Занимают очень мало места. То есть вот она, ваша шляпка, видите? И вот такая вот шляпка, чисто льняная. Цена 700 рублей. Так, ребятушки, все, на этом я с вами прощаюсь. Весь обзор я вам показала. Тюль, девчата, тюль, у меня был предпоследний обзор с тюлем. Я видео с тюлем загружу в первом комментарии, под видео оставлю ссылочку. Кому интересно, кто еще не заказал тюль, заходите. В основном весь есть, есть только несколько позиций у меня закончилось, но там уже уточняйте. Может быть, к тому времени, пока вы напишете, я их дополню. Так, вроде бы все варианты есть. Вот, WhatsApp свой оставляю в названии ролика. Не звоните, пишите. Я на связи. То есть в моих интересах, конечно же, вам быстрее ответить. Вот, условия заказа я вам объяснила. В общем, все. Всем пока-пока. Всех вас целую, люблю. До луны и обратно.